Доброе утро. Леонардо Ди Каприо назвали в честь великого художника Леонардо да Винчи. Все потому, что во время беременности, оказывается, мать Леонардо пошла в галерею и как раз смотрела на картину художника, когда малыш впервые пошевелился в животе. Знаете ли вы, что Джереми Реднер, прежде чем стать актером, был успешным визажистом и красил многих знаменитостей? А приехав в Нью-Йорк, Ума Турман не сразу стала актрисой. Женщине пришлось работать посудомойкой, а также пробиваться в модельной сфере. Порой талант в наших детях заметен не сразу, и только нам, взрослым, под силу подтолкнуть и направить наших детей. Я твердо убеждена в том, что в Молдове много талантливых детей, а посему я объявляю рубрику «Талантище открытой». Я готова представить вам мою утреннюю героиню рубрики «Талантище». Знакомьтесь, Мария Поли. Доброе утро, Мария. Доброе утро. Расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься, с чем ты к нам пришла и вообще, какую карьеру строишь в свои 13 лет? Я занимаюсь вокалом с самого раннего детства. Музыка всегда жила во мне. Я дышала и занималась ею. И когда я была маленькой, мне было 6 лет, мне родители дали музыкальную школу. Я ее закончилась, и вот уже 5 лет занимаюсь педагогом. Каждый день хожу прекрасно на занятия, мне очень нравится. И очень сложно уходить с занятий, потому что хочется дальше, дальше и дальше заниматься, и время бежит просто ужасно. Ты занимаешься музыкой, если я правильно поняла, каждый день? Да. Твое самое главное достижение на сегодняшний день? За свои 13 лет, я смотрю, как бы ежедневные занятия музыкой не прошли даром. Да, 5 июня у меня был концерт сольный, там, где я выступала. Это был простой вечер с нашими друзьями. Это был очень крутой вечер, потому что настолько все было просто, уютно, и не было никаких обязательств. В таком раннем возрасте свой сольный концерт – это действительно классное достижение. Да. Кто твой кумир? Мой кумир Элла Фиджеральд, если честно, потому что джаз – это классика. И на базе классики можно стольким многим вещам научиться. И я до сих пор только начинаю учить джаз. Это настолько свободная культура, мне можно настолько хорошо и многого научиться, поэтому Элла Фиджеральд. С кем ты мечтаешь спеть дуэтом? Я мечтаю спеть с Эллой Фиджеральдом. Да, все очень взаимосвязано. А если бы ты могла абсолютно все, какую бы из своих мечт ты реализовала бы прямо сейчас? Прямо сейчас. Я бы очень сильно хотела иметь свою музыкальную группу, с которой бы мы выступали. На самом деле, мне не важно где. Мне главное получать удовольствие от того, как музыка сочетается с голосом и вот этот сам процесс. Мы искренне желаем тебе, чтобы твоя мечта реализовалась. Ну, а прямо сейчас мы готовы послушать, с чем ты к нам пришла. Я пришла вам с прекрасной французской песней «La Sienne». Она звучала в мультике «Монстр в Париже». Ее исполняла Ванесса Парадис. А сейчас исполняет Мария Поли. Спасибо. Сцена твоя. Elle m'insultait, la sienne, la sienne, la sienne. Tellement jolie, elle m'a sorcelle, la sienne, la sienne, la sienne. Extra le ciel, qu'on l'assure, la sienne, la sienne, la sienne. Tu n'es pas sourd, pas réassure, la sienne. La sienne, la sienne. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. La sienne et moi. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. La sienne et moi. Extra le ciel, qu'on le assure. La sienne, la sienne, la sienne. Extravagant, qu'on l'assure, la sienne, la sienne, la sienne. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. La sienne et moi. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. La sienne et moi. Sous le pont des arts.
Спасибо!